Колесо! Колесо оторвал! Да ладно! Да как ты это сделал? Как ты это сделал? Два колеса нету! Машина едет! Ну блин! Да я не знал, что колеса можно отрывать! Ну я не знал! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь Санек, Пика, Чебузаврик, АМФР, АМПР, Сайбер, Секрет, Ампер, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Здравствуйте. Да, победа. Наконец-то мы нашли мод, где можно управлять Абунгой. Теперь у нас Абунгой управляет настоящий игрок. И себе текущий приятного аппетита, а у нас веселье и угар и поднятие настроения. Погнали. 3, 2, 1. Начали. Кого он убивает, тоже берет Абунгу, поэтому в конце ролика будет 7 Абунг и один выживший. А, и кстати, кто первый умрет, тот вот. А, ну как всегда, я понял. А представь, он никого не сможет убить. А, кто-то сейчас застрянет и умрет. Давай, мочи его. Я дам ему шанс. Да, на красной машине реально мог бы проиграть. Извини. А, гонится за чуваком. Кстати, с шифтом он немножко разгоняется, есть шанс сюда убить, когда едет за одним ходом. Ну-ка посмотрим, кто первый у нас сольется. Мужики, не толкайтесь, потому что урон проносится, вы можете умереть. Так, наблюдаем. Нет, меня ты не поймаешь, это невозможно. А вот того челика можно поймать. Кстати, попробуй на расстояние нажимать, он буквально на каком-то расстоянии метра 2-3 уже убивает. А представьте, 40 минут спустя никто не умер. Это будет прикол. Приближайся, ты сможешь... Блин, ты еще чуть-чуть бы смог бы его ударить. Опа, Дима. Не-не-не-не, я же ты знаешь, на опыте. Тем более, желтый Порш сюда едет быстрее, чем белый. Желтая машина всегда быстрее. Эй, тихо, не подписывай меня. Газуй. Не-не-не, не сможешь. Ищи те, кто застрял. Вон, по мостику они едут, ты можешь под воду зайти и убить их. Да они все куда-то попрятались, вообще никого не вижу. Есть. Вон они за домом едут. О! Люди! Нет! Эй! Ты что делаешь, блин? Смотри, сейчас убьет! Ну! Нет! Да блин! Да чего ты не ударил его? Да Абунга застревает еще. А, я знаю, что ты меня хочешь убить, чтобы я был лохом. Не-не-не-не-не, я и так в 1000 серий уже лохом был. Конечно же нет. Все, стоим и отдыхаем. Ой, я сам себя убил. Сейчас достоишься. Машина заглохла! Нет! Блин, я хотел лох! Хорошо, теперь я буду Абунгой. Сейчас будет 2 Абунга, мы будем, короче, жестко окружать вас и мочить. Дим, бери... А, ну ладно. Я хотел, чтобы ты взял еще такого же, как у меня. Нет, я возьму стандартного, потому что они по скорости, в принципе, одинаковые. Так, догоняй. Вот, едет челик. Давай, окружай его. Кстати, он не такой уж и быстрый. Все, мы его сейчас убьем. А ты давай, надо было, чтоб один... Давай, ты, короче, его гони, а я буду его там на мосту ждать. Давай. Отлично, ребята, разгоняемся. А, вот он немножко разгоняется. Есть, еще он его убил. Как-то по горам он странно едет. Так, Абунга, гони их ко мне сюда. Гони, я тут. Давай. Так, ну что, пацаны? Давай. Дима, давай. Ах ты, зараза, проел. Ладно, повезло. Ого. Он живой еще? Так, у нас уже сколько? 3 Абунги, да? Да, 3. 3 Абунги, ребята, это сейчас жестко будет еще. 4 Абунги. Эх, а сейчас мы, когда все будут уже Абунгами, будет один выживший, а все Абунги. Посмотрим, кто дольше продержится. Вижу. На зеленой машине, давайте его будем окружать. Ну что, Челепиздрик Иванович, иди сюда. Ага. Так, ну что, ты в окружении. Так, давай, я на ту сторону еду. Едешь? Ну, как будто еду, я не знаю, и сказать идти, это громко сказать. Еще одного убили! Отлично. И ну еще иди, одного. Блин, еще. Эй, что так быстро? Ну. А вон на зеленой машине стоит. А все, понял? Жертва сама ко мне приходит в руки. Это один остался выживший? Нет, я еще один. А, два. Подожди, а вон на белой машине, да? А нет, вот, я вижу. Так. Все за ним. Блин, Абунга не такой-то и быстрый, да, когда им управляешь? Он еще стопится, бывает.
Ага, подожди, а если вот так камеру вверх поднимать? А, когда смотришь под низу на него, вот так он как-то... Хотя не одинаково всегда. Ну что, теперь ты живым не выйдешь отсюда, мы тебя замочим. А где Бунго? Вижу, 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 вижу. Блин! Растишка, да как я не ударил его, еще б чуть-чуть! Так, все, окружение, окружение пошло. Вот-вот-вот-вот-вот, давайте! Ну, ждите, 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 ждите! Давай, мочи его! Мочи, мочи, мочи! Сразу! Так, я пошел его там встречать. Ага, я понял, давайте. Дима, встречай там. Я вижу, один Абунга полетел туда. Ах ты зараза, смотрите, хорошо играет прям. Ну, о, правильно, правильно, помогай ему. Все, прицел врезался. Мочи, 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 мочи его! Есть! Есть! Че, машину хотел пнуть. Отлично, я рад, что я хоть одного убил в этой серии. Кто остался в живых у нас? Зебры. Зебра хорошо играет. Так, ребята, знаете, что сейчас хочу? Я буду один выживший, а все будут играть за Абунгу. Я хочу проверить, смогу я или нет. 3, 2, 1. Все пацаны против меня. Посмотрим, сколько я продержусь. На гору все. Ого, ты прыгаешь! Ты ж нельзя было прыгать так высоко. Отлично, отлично. Так, блин, ребята, очень страшно. Сейчас узнаю, что это такое. Да, я знаю, что они могут на расстоянии ударить. Раскакиваем через движушку. По красоте. Давай, черный обул. А черный. Они все одинаковой скорости, да, когда ими управляешь? Да. Давай, давай, с шифтом, с шифтом. Окружайте. Не окружите меня, я буду очень долго играть. Я ударился в какую-то кабаку! Ну блин! Так, хорошо, вот меня Пика убил, теперь Пика будет выживать, и мы будем за ним гоняться. Блин, да ну блин! Ну блин, я так хотел долго повыживать. Короче, нельзя говорить, хоп, пока не перепрыгнул. 3, 2, 1, все против Пика. Да, сложновато выживать, сложновато. Окружаем, окружаем, окружаем. А как высоко прыгать? А, надо вверх камерой, да, смотреть? Тогда можно высоко прыгать. Не, просто зажимаешь пробел и все. А, понял. Но все равно не так высоко прыгает, как оригинальный. Да. На перерез. На перерез, давайте, ребята, встречайте его. Смотрите. А, вот, упал один, хорошо. Застрял, давай. Отлично, застрял. Ладно, физгана может чуть-чуть поправить, но хотя ты уже должен был автоматически проиграть. Давай. Я его разворачиваю там. У него нет. У него колеса нету. Ну что, зараза? Давай, есть! Есть! Ну что, секрет, теперь твоя очередь повыживать. 2, 1, погнали. Блин, я думал, вы сейчас сразу его убьете на счет 3. А, ты баги взял. Хорошо. Я запомню твое лицо. Надеюсь, баги не будут так забаганы. Давай. Мы сейчас его замочим. Он тут? Нет, его нету здесь. Нет, или вот он. Я думал, что можно долго повыживать. Но знаете, ребята, не получается. Ну что, Чебузаврик, ты молодец, красавчик. 3, 2, 1, погнали. Так, полетел. Кстати, он взял очень хорошую машину, пацаны. Но мне кажется, его это не спасет, да? Да. Ну, в принципе, да. Так. Вот он. Я его встречаю. Дима, давай. Есть. Хорош. Теперь я. Я рада, что все-таки мне еще один шанс есть повыживать. Сейчас я буду, ребята, очень хорошо играть, потому что я возьму машину. 3, 2, 1. Поехали. Вот это скорость. Я сказал в последний раз. Потому что ты меня хотел убить сразу. Смотрите, прыжок века. Блин. Машина, ну едь, пожалуйста, машина! Ну, за колеса отлетели! Ну, блин, знаете, взял мощную машину, но она шлифует, как сумасшедшая какая-то. Хорошо, тот, кто меня убил, бери. Ну, блин, я так хотел долго выживать, но почему не получается? О, помните, вот этот был быстрый. 3, 2, 1. Поехали. Так, пацаны, окружаем его. А, зря ты туда поехал. Ну все, тебе торба, я тебя сейчас лично завалю. Да, кстати, розовый быстрее, пацаны. Ну блин, поймал трубу. Давай, зебра, ты молодец, затащил. Да блин. Да блин, я так само психую. Вроде бы должен выиграть, но не получается почему-то. 3, 2, 1. Зебра выбрал картинг. И зря ты это сделал, он сейчас на любых бордюрах будет застревать.
Так, чебузаврик, давайте. Второй раз. Ребята, обязательно напишите в комментариях, кто больше всех повыживал, тот и будет победителем. Мне кажется, это точно не я. Ну, походу, это уже либо ты, Дима, либо чебузаврик. А, ну да, когда первый раз играл, я долго, да, выживал? Это я буду. Три, два, один. Погнали. Так, быстрее, быстрее, быстрее за ним. Ну, блин, это как рахит едет. Плывет. Растишка. Упал! Он упал! Мочите его! Он упал, он упал. Есть! Ну что, ребята, у меня есть последний шанс показать, что я все-таки победитель. Все, сейчас я буду играть настолько аккуратно, насколько это возможно. Ага, мы видели твой аккурат. Три, два, один, поехали. Ага. Ребята, буду очень осторожно, очень. Сейчас посмотрим. Колесо! Колесо оторвал! Да ладно! Да как ты это сделал? Как ты это сделал? Два колеса нету! Машина едет! Ну блин! Да я не знал, что колеса можно отрывать! Ну я не знал! Я тебя задел, и ты без колес! Да блин, ну почему так сложно выживать? Потому что бывает, машину то заносит, то вот как колеса. Блин, ну прикольно, да, что машина разрушается, и при этом можно прикольно поиграть. Так, возьму еще раз этого. Так, подожди, сейчас я вселюсь. Да. Три, два, один, погнали. Давайте. Он не должен быть победителем, я хочу быть победителем. Не, Дима. Да. Так, пацаны, он сейчас там застрянет. Все наверх, все наверх. Заберите его в дырку. Данек, ты проиграешь сейчас. Вот он, смотрите. Ну, блин. О, привет, Дим, кстати. Давай. Его. Кстати, он быстрый, вот этот челик. Чуть-чуть Фатунга быстрее. Фатунга быстрый, капец. Это розовый вот этот, че какой? Ой. Нет, Фатунга, который у меня самый стандартный, который. Он быстрый? Да. Да, вроде бы быстрее. Да как ты его не убил там? Я его... Давай, Гусанёк, ты не должен выиграть. Да. Если сейчас Гусанёк где-то минут, секунд 40 повыживает или минуту, он будет победителем в этом ролике. Я ему не дам этого сделать. Я тоже не хочу этого сделать, но придется. Я не дам ему занять мое место. Есть, я его встречаю. А, ну прощай, щенок. На тебе машину твою. Давайте, чтобы она взорвалась. Футбол машинами. Давай. А что она не взрывается? Подлючка такая, а? Дима, можно потом футболом? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Вот это все. Три, два, один. У меня сейчас шанс есть победить. И я его не упущу. Я взял очень классную машину, ребята. Очень классную машину. Ты мою машину взял. Это не твоя машина, это моя машина. Дима, спорим? Я говорю, что она рахитная. Спорим? Нет, она крутая. Нет, спорим. Погружайте. Я выхватил тактику, как выиграть. Я ж ты не понял. Ловите его, давай, Дима. Давай, перехватывай. Есть. Смотрите, он сейчас по кругу будет кататься. Да блин, я между вами хотел проскочить. Ну шанс хороший, да, вы, пацаны? Эй, моя машина новая, я ее только купил. Короче, ребята, победила сегодня дружба. Поэтому, если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока. Вот это была красивая концовка, мне понравилось.